Приветствую всех на моем канале. Сегодня я вам покажу, как можно сделать из простой пластиковой бутылки, картона, картонной коробки и цемента, бетонка, да, я знаю, что декоративную садовую скульптуру. Вот, смотрите, я начала уже облепливать. Вот она у меня обычная 5-литровая бадья получается, но она такая, знаете, уже форма о себе говорит, да, что можно сделать для грибочка, ножка грибочка. Вот. Из картона я вырезала просто. Сделала надрез и скотчем малярным прилепила. Все. Потом начинаю облеплять уже вот этой вот цементной массой. В цементную массу, значит, я готовлю так. Беру цемент, песок, то есть один к двум. Так, туда добавляю воду и чуть-чуть фейри, ну, либо другую, какое у вас есть жидкое мыло. Вот именно жидкое мыло для посуды, которую я беру. Вот. И можно чуть-чуть еще клея ПВА. Все, я замешиваю такую, ну, довольно-таки густую массу. Начинаю ей где-то еще добавить проволоку, либо сетку проволочную, как арматуру. Ну, это если у вас более большие скульптурки. Маленьких, в принципе, так достаточно. До этого вот я делала вон тот замок. Грибной такой замок, тоже из пластиковых бутылок. И та же самая смесь вот эта. Вот. Расписывала я их акриловыми красками. Ну, все, осталось их лаком покрыть. И можно уже вставлять. Для сада из простой пластиковой бутылки и цементной смеси. Цементную смесь я делаю вот такую вот, чтобы она была такой более плотненькой, чтобы удобно было ей лепить. Можно даже еще погуще делать. Смешиваю я цемент, песок, жидкое мыло, которую использую для посуды, фейри там для какого еще есть, клейпового можно чуть-чуть. Все. У меня так, сейчас трещины не пошло немножечко, я сейчас их буду замазывать, делаю садку.